Всем привет. Не знаю, какой по счету точно день именно работы с машиной, поэтому смотрите по серии, какая она там выходит. Сегодня Димончик догрунтовал то, что нужно. И даже то, что не нужно, решил накрою, чтобы удобнее было работать. То есть тут уже, в принципе, оно такое сухое, можно мне работать сверху. У меня задача сегодня поработать с крышей. И сегодня же ее открасить. Я уже тут все отгрунтовано, там накрыто. Разворачиваем себе столик. И будем работать с крышей. Заберу машину у Димки. Он уже будет готовить двери мне. Двери по плану. Короче, крашу крышу. А в камере сохнет. Он подготовит за это время двери. Потом кузов. И я за один заход я готовлю крылья, потому что тут внутри работы с дрелью чистить, не перечистить. Я готовлю крылья, и у меня открас будет два борта с навесным, с бортов полностью, за один заход. Это надо сделать, ну, наверное, на послезавтра получится. Сегодня крыша, завтра доготовка мелочевки, открас послезавтра. Пока клей, и да, работы тут много. Значит, по крыше. Что мне нужно? Проявляю. Сейчас возьму 180 на брусочек, пробегусь на длинном бруске, все выровняю, и 240-320 на машинке, и уезжаем в камеру. Это у нас все под мокряк, ну, торцы вручную, там понятно. Так, берем 180 новенькую, леклеровское шпакло замечательно трется. Даже 240, но мне надо тут именно подровнять по плоскостям, поэтому 240 для меня это слишком мелко, а 180 именно будет резать так, как мне необходимо. Одеваем переходнички все и приступаем. Рубанок оставляю в гибкой свободе. Потому что крыша у нас не идеально ровная. Все, тут все. То, что у меня вылезло где-то шпакло, именно как наполнитель, ничего страшного. Мы это все подровняем по рисочку, наполнителем перельем в таких полтора хороших слоя, где нужно, если надо, подотрем, там соринки какие-то, мусоринки. В таком духе готовим. Я там сейчас дотру, потом покажу на машинке, мне просто с этой стороны удобнее снимать. Так, идем далее. Здесь у нас 240. На мягкой, по-моему, 5-миллиметровая проставка. Проявлено и бух.
А. Так, теперь 320 кубитрончик. Еще раз проявляю, на всякий случай, мало ли, может, какая риска обнаружится. Она какая-то по-любому где-то есть. Да не, вроде все чистенько. Сейчас переходим на ту сторону, и по сути крыша готова. Тут я торцы 400-кой протер, внутрянку скотч-брайтом пробил. Повыдувать сейчас, повымывать все. И мы готовы к грунтованию и открасу. Двери Димон уже доделал. Тебе помочь? Доделывает. Тоже на завтра у меня все готово. Ну все равно, кузов будет послезавтра, не получится по времени никак, чтобы завтра это отвалить. И мы... В открас уходим. Улицы уже жарко, в камере тут где-то 20, наверное, 6. Обдуваем. Теперь берем, это у меня в колодовском пакетике из-под скотча. Я храню салфетки, которые использовал чуть-чуть. Кислотная салфеточка, хорошо торцы, весь открытый металл. По шпатлевке елозить не будем, смысла это не имеет. Там, где открытый металл, конечно, попадет по-любому. Вот, сейчас салфеточка доработает свой остаточек. И уже можно смело ее выкинуть. Больше она не проживет. Все, она уже вот видно. След не хочет оставлять за собой. Есть. Пока развожу грунт мокрый по мокрому, у меня тут все высохнет. И будем заливаться. Вот так. Белка 1,4. Белка это Белария. W400 Classic. Добрячок, 2. И поехали. Первый тонкий. Посмотрю, что будет происходить там, где шпатлевка с металлом переходит. Он сейчас быстро высохнет, потому что он тоненький. Второй чуть жирнее будет. Сейчас 5-7 минут. Он уже высыхает. Он уже высыхает. Очень быстро. Где шпатлевка, явно видно впитанный контур, более сухой. Ну, сейчас мы его зальем. 1,8.
все. Вот тут контур чуть подотру, потому что видно его. Ну, короче, высохнет, посмотрим. Но я вижу вот этот вот контур. Его надо будет пройти 400-600. А так по крыше больше глобально ничего не видно. Тут все напитано. Ровненько. Вот тут небольшой контурок еще. На камеру я уверен, что я и не смогу показать даже, где он и как. Подсыхает. Это в районе часа при такой температуре. Моем пока пистолеты. Можно краску, в принципе, пойти разводить. Краски я буду разводить сейчас сразу много. Ну, много. Разведу там стакан 700-граммовый. Посмотрю, какой расход заодно. И она у меня все равно пойдет. Следующая там внутрянки, подложка будет. То есть не пропадет. Так, у меня тут все готово. Подтер я 400-600, где нужно. Эх, сейчас я вас поправлю вот так, чтобы все видно было. Приклеил выкраску. Сейчас посмотрим, как укрывает, чтобы у меня был цвет готовый. Один и семь. Подача половина. Факел на полную. Ох, краска кроет с одного захода. Давайте давлячка больше дадим, потому что густенькая. Так, стопы.
Это что такое? Что-то не понял, чем это я умудрился в... Вот это я чем умудрился вляпаться. Костюмом. Вот это я дал. Торец проливал, называется, да? Сейчас поменяем выкраску. Я еще не могу, знаете, смотрю на нее, не пойму, это как. А потом дошло как. Бывает. Все, покраска окончена. Сейчас жарко. Приток не выключаю, пусть он обдувается естественно. Я думаю, минут через 20 все будет сухо. Отлачу в таких почти два слоя. Сейчас перекур, минут 10 слой высохнет и навалим жирненьким. Сейчас надо пролачить вот эти вот торцы, чтобы к ним не возвращаться. Для этого факел закрутим, подачу закрутим, давление уберем. То, что надо. Мусора что-то много. Не пойму откуда.
Капец, бревны. Так, смотрим. По шагеру все класс. Много единично крупного мусора. Не могу понять откуда. Он у меня на первом слое лакировки как появился, так вот я его и облачил. Придется, ну, придется полировать. Выкраску сделал себе, хоть на солнце завтра гляну. И тут тоже пум-пум-пум-пум. Прям это, зарыгано. Ну, а так, в общем, в целом, не считая крупного мусора, что-то меня это напрягает. Ситуация неплохо. Да, все равно видно, что там, где не шпатлевалось, игрулечки, ну, то такое. Так, ну, в общем, я лично занимаюсь с машиной третий день. Она не беспрерывно у нас идет. Тут куча другой работы параллельной. Уже открашена крыша. И, в принципе, следующим заходом Димка там уже двери подготовил, они даже висят все. Мне надо заготовить крылья. Пока я буду готовить крылья, Димон подготовит вот эти крылья. Все идет через мокряк. Но получится, да, что через день. Завтра никак, потому что крыша должна высохнуть. Иначе можно на крыше просто пленкой оставить грубый отпечаток. Давайте пойдем посмотрим, что у нас Димон там делает. Да будем на сегодня заканчивать, потому что уже 9 вечера. Уже опять стемнело, уже опять на улице это. Ну, короче, шарик упал. Сейчас выключаем свет в камере. Димончик, ты последнюю дотираешь? Предпоследнюю? Но у нас готовы уже зеркалючки, я ручки тут подготовил, я крылышко начал чухать изнутри, вычухивать, где там может быть ржавчинка, чтобы можно было это все дело обработать перед покраской. То есть активно готовимся. Вот она последняя пойдет. Ладно, на этом хорош. Всем пока.